7 ноября 2024 года на экраны выходит, новый остросюжетный фантастический боевик Джорджа Нолфи «Хищные земли». Фильм переносит зрителя в мир, где после катастрофы человечество вынуждено спасаться высоко в горах. Окружающая среда стала опасной, и пугающе тихой по всей планете обитают смертоносные существа, хищники, для которых люди лишь добыча. Люди, Оставшиеся в живых научились прятаться и выживать в укрытиях, но страх перед жуткими монстрами, заполонившими нижние земли, сковывает их. Казалось бы, ничто не может заставить их покинуть относительную безопасность, однако однажды группе смельчаков придется спуститься в смертельную бездну. Сюжет фильма рассказывает о миссии одного отца-одиночки и его двух спутниц, которые готовы рискнуть всем ради спасения маленького мальчика. Им предстоит отправиться в сердце опасного мира, где каждое существо – идеальный хищник, созданный для охоты. Смельчакам придется столкнуться со своими страхами и вступить в схватку с существами, уничтожившими все живое на земле. Хищные земли обещают погрузить зрителя в атмосферу безысходности и тревоги, где каждый миг может стать последним, а выбор судьбоносным.